Не во всем картина была столь благостной, как мы только что обсудили. В жизни очень редко бывает, что только положительные явления совершаются и нет каких-то отрицательных явлений параллельно. И хотя, с одной стороны, православная церковь действительно усиливалась и обретала какую-то большую духовность, это не значит, что в православной церкви не было внутренних проблем, конфликтов или переживаний. И в этот же период в церкви начинаются какие-то и раскольнические процессы. Раскольнических процессов практически не было до периода монголо-татарского ига, может быть, просто по той причине, что не было еще и глубоко переживаемой, осмысливаемой веры, однако вместе с углублением церковной жизни углубляются и вопросы, углубляются переживания. Это всегда потенциальная почва для того, чтобы возник раскол. Вообще, если говорить о расколах, то православное и протестантское отношение к ним существенно различаются. Протестанты, помня свою предысторию, помня, что все-таки они сами образовались как некий раскол, как некое отделение от католической церкви, всегда с большой симпатией относятся к всевозможным раскольникам, которые были в том числе в истории православия. И мы с вами уже говорили об этом и чуть раньше. Среди всевозможных раскольников пытаются найти своих духовных предков, пытаются найти истинную церковь. А православные же к расколу относятся всегда чрезвычайно отрицательная, потому как с православной точки зрения может быть только одна истинная церковь, и если кто-то откалывается от истинной церкви, если кто-то отпадает от нее, то он перестает быть церковью, и в этом сообществе, в сообществе раскольников, невозможно ни подлинная духовная жизнь, ни спасение. Поэтому, когда речь заходит о расколах и раскольниках, то описания православные, описания протестантские чрезвычайно различаются. Протестанты пытаются найти множество положительных черт и пытаются разглядеть какую-то особую духовность, посвященность, верность в английской истине. А православные обычно описывают те же самые явления пытаются найти какие-то отрицательные черты, может быть, демонические черты, подчеркивающие, показывающие, что вот в результате раскола все доброе, хорошее церковное было потеряно. Еще обсуждение расколов затрудняется в связи с тем, что у нас на самом деле очень мало сохранилась информации о тех временах. Дело в том, что когда какая-то группа людей признавалась раскольниками или еретиками, то, естественно, документы этой группы, какие-то книги, письма, произведения, принадлежащие людям из этой группы, они уничтожались как чрезвычайно неполезная вещь. И по этой причине мы знаем о раскольниках только по высказываниям их противников. Но когда противники говорят о ком-то, они, естественно, пытаются не в лучшем свете представить, а пытаются приписать все мыслимые и немыслимые грехи. И нам очень трудно понять, когда раскольников в чем-то обвиняют, они действительно в этом виноваты, или это просто для того, чтобы судебный процесс против них сделать более ярким. Поэтому у нас такие очень смутные представления очень мало информации, поэтому ее можно толковать положительно и отрицательно. Но, может быть, к счастью, у нас сейчас не история расколов, у нас история православной церкви. Поэтому на расколы мы будем смотреть не пытаясь, может быть, разобраться во всех деталях того, что там происходило, а как на некое свидетельство о том, что, собственно, в официальной церкви происходило и как это характеризует официальную церковь. Первый крупный раскол в русской церкви, так называемый раскол стригольников, который произошел во второй половине XIV века. Первые упоминания о стригольниках относятся к этому времени. И потом в течение еще примерно 150 лет есть небольшие упоминания, хотя раскол сам по себе был подавлен достаточно быстро и достаточно жестоко. Поводом для этого события, насколько мы можем судить, был спор о симонии, то есть спор о продаже церковных должностей за деньги. Это извечная проблема церкви. Дело в том, что ну, церковные должности, особенно епископские должности, были связаны и до сегодня связаны с достаточно большим доходом человека, который занимает эту должность, и у людей корыстных всегда. Было желание эту должность занять, и хотя бы уже по этой причине не все, на протяжении далеко не всей истории церкви честно и безо всяких проблем эти должности занимались, были взятки, были какие-то споры в связи с этим, были смущения из-за того, что должность досталась тому или другому человеку. Так что потенциальная возможность для споров всегда в этой сфере есть помимо того, что есть такая потенциальная возможность для споров и не всегда честно все это было и взятки действительно время от времени в истории церкви имели место, помимо этого было еще и достаточно узаконенная привычная плата людей, которые занимали ну, прежде всего епископские должности, но Вопрос о том, должно за это платить или не должно, платить достойно или недостойно, все это, он нередко волновал верующих людей, и в XIV веке этот спор стал особо ярким потому как митрополит Алексий, которого мы с вами уже упоминали, он как раз обвинялся в Симонии, потом обвинение было снято, но при обвинении митрополита Алексия в Симонии был назначен другой митрополит Киприан, и какое-то время существовало одновременно два митрополита, это породило очень много сложности и породило достаточно серьезную напряженность и в церковной среде в том числе. И это, может быть, особо привлекло внимание к проблеме симонии. Так вот, на волне симонии, споров о симонии, на волне такого неоднозначного отношения к людям, которые получили за деньги свои должности, возникла идея о том, что если человек получает должность за деньги, а есть апостольские правила достаточно древние в церкви, которые обсуждают эту практику, если он получает свою должность за деньги, то он вовсе и не настоящий епископ или не настоящий священник. Отсюда некоторые люди в своих рассуждениях сделали следующий шаг. Так как общепринятая практика, что все платят за поставление на должность, то в русской церкви вообще нет настоящего священства и все священство Русской Церкви безблагодатно. А если все священство Русской церкви безблагодатно, а продолжать какую-то церковную, религиозную жизнь все-таки нужно, то нужно эту религиозную жизнь каким-то образом осуществлять без священства. Но без священства невозможно совершение обрядов, без священства невозможно совершение таинств, и в результате формируется группа людей, в которой нет священников, нет обрядов, нет таинств. Эта группа сформирует определенные общины, и эти общины, ну, может быть, чем-то и напоминали протестантов, мы теперь уже до конца не можем сказать, но эти общины пытаются как-то организовывать свою религиозную христианскую жизнь вне обычной структуры православной церкви и православного служения. Среди обвинений против стрегольников а, говорится о том, что некоторые из них отвергали Священное Писание, а, не верили в воскресение мертвых, не верили в вечную жизнь, не верили в божественность Иисуса Христа и так далее. Мы не знаем, правы э, обвиняющие или просто это было сделано для того, чтобы потом, когда были судебные процессы, как-то более ярко проходил этот процесс. Может быть, да, может быть, нет. Мы можем предположить, что, возможно, стрегольники не были единым движением, но были достаточно умеренные, которые просто сомневались в благодатности русского священства. И были крайние, которые, отвергнув благодатность священства, не остановились вовремя и отвергли практически все, что связано с христианством и с церковной жизнью. Да, кстати, когда мы произносим слово «стрегольники», это название этого движения, мы на самом деле не знаем, что значит это слово. некоторые связывают это с профессией основателя этого движения. Карп, про которого говорится, что он говорили, что он по ремеслу был стригольник. Стрегольник а стригольник, то ли он парикмахером был, то ли овец стриг. Никто точно не знает. Некоторые говорят, что стригольники носили особую стрижку по, на два перста по духам, и как это выглядело, тоже уже теперь никто не знает. В общем, предположений осталось много. У нас есть название, но нет а, точного понимания, почему этих людей звали стригольниками. А, но что для нас важно и на что нам сейчас стоит обратить внимание, пытаясь понять православную церковь? Как отреагировала церковь на появление такого движения, как отреагировала церковь на появление достаточно большой группы людей, которые не соглашались с официальной церковной позицией. Но одно из первых упоминаний связано с так называемой Никоновской летописью. В ней звучат такие слова: того же лета новгородцы вергаша в воду волхв стригонников еретиков глаголющие. Писано есть в Евангелии, а еще кто соблазнит единого от малых сих, лучше есть ему, да обвесится камень жерновой на вы его, и потоплен будет в море. Вот такое толкование библейского текста про то, что ему лучше камень на шею в море. В общем-то, достаточно прямо текст был применен, и лидеры стригольников Никита и Карп были утоплены в реке Волх. На этом все не остановилось, и я прочитаю то, что писал стригольник Иосиф Волоцкий. Это спустя примерно 100 лет он обсуждает эту проблему, но, по крайней мере, это помогает нам понять как действовала церковь в те времена. Так был некий человек, исполненный гнусных и скверных дел по имени Карп, по ремеслу стрегольник, живший в Опскове. Он, окаянный, стал родоначальником Скверной и Мерзкой Ереси. Как известно, многие из православных христиан, слабые и неразумные, были последователями этой ереси, пока архиепископ Дионисий Суздальский не отправил по поводу ее в Константинополь и не принес послание от вселенского патриарха Антония Псков посадникам, чтобы они позаботились о православии и уничтожили еретиков. И чуть дальше. Ересь удалось уничтожить лишь тогда, когда посадники по совету благочестивых князей и святителей и иных именитых христиан велели схватить стригольников и не оставили ни одного, но всех затащили в темницу до самой смерти их. Таким образом удалось искоренить и уничтожить эту соблазнительную ересь. Так что борьба с ересью в православной церкви – в те времена это прежде всего борьба либо с помощью утопления, либо с помощью пожизненного заключения в темницу. А, любопытно, что мы практически не встречаем а, какой-то полемики, мы не встречаем попыток как-то обосновать богословский, мы не встречаем попыток убедить. Большая часть того, ну, насколько мы знаем, что сохранилось, большая часть борьбы с еретиками, ну, сначала со стрегольниками, потом мы поговорим и о других, заключается в их физической изоляции или их физическом уничтожении. И вот такое вот упование на физическое уничтожение может быть отчасти служит иллюстрацией того, что Умение вести полемику, оно еще не слишком развито было в православной церкви того времени, да и не считалось, может быть, чем-то чрезвычайно необходимым, если можно было просто воспользоваться силой, воспользоваться властью и таким образом отстоять текущее положение. Понравилась лекция, вдохновились услышанным. Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminari.com Помимо вот движения стрегольников, которые для православных ересь, для протестантов, ну, если мы положительно будем читать их описание, может быть, некое предше... некие их предшественники, первая попытка в протестантизм в России была не самым большим раскольническим движением. Было гораздо более сильное гораздо более влиятельное движение, которое случилось чуть позже, с конца 15 века, так называемый ерес жидовствующих. Опять-таки, когда мы говорим о жидовствующих, большая часть того, что мы знаем о них, связана с тем, что о них говорили их противники, с тем, что сохранилось из каких-то судебных протоколов и так далее. Но, тем не менее, мы можем судить по сохранившемуся, что это было движение, включавшее в себя какие-то иудейские религиозные элементы. Считается, что некий Жидята Сахария был основателем этого движения, и в рамках этого движения было резкое критическое отношение к божественности Иисуса Христа, к святым, к иконам, к всевозможным святыням, к священству, к эсхатологическим представлениям, которые были у церкви и так далее. В общем-то, движение выглядит как основанное на ветхом завете, и может быть основанное на каких-то каббалистических, средневековых, иудейских идеях. Очень странно, что такое движение вообще прижилось на хри в христианской среде, тем не менее, это движение оказалось чрезвычайно влиятельным. Оно захватило Новгород, оно проникло из Новгорода в Москву, вплоть до того, что и русский царь в исповеди признавался, что он отчасти был увлечен этим движением. Оно захватило высший свет, и многие знатные семьи принадлежали к этому движению. Оно захватило священство. И многие священники, яконы, ну и, конечно, церковный народ принадлежали к этому движению. С одной стороны, ну, по крайней мере, насколько мы знаем это движение, оно выглядит чрезвычайно странно и глупо. Возвращение к Ветхому Завету для людей, которые что-то знают о Христе, было бы совершенно неразумным. С другой стороны, показывает, что в богословском отношении... Церковь была чрезвычайно слаба в те времена. Не было достаточного уровня грамотности, не было достаточного понимания богословия, не было достаточной духовной силы, чтобы противостоять такому движению. И оно чрезвычайно широко распространилось, я уже говорил, захватив в том числе и высший свет, и представители этого движения имели достаточно серьезное политическое влияние, вплоть до того, что один из ну, таких идейных лидеров этого движения, Феодор Курицын, посольский дьяк, он смог своей властью, своим влиянием привести на митрополичий престол человека, который, может быть, и не был бы сторонником этого движения, но, по крайней мере, не был и его противником. Вот а, митрополит московский Зосима, а, про него Иосиф Волоцкий, тот же самый, писал следующие слова. «Осквернил он святительский престол, одних уча жидовству, других э, садом скверна. Сын погибели, он сына Божия попрал, похулил причистую Богородицу и всех святых унизил. Икону Господа нашего Иисуса Христа и причистую его матери и иконы всех святых называет болванами». И Иосиф Оловский цитирует слова Зосимы. «А что тут царство небесное?» А что-то второе пришествие, а что-то воскресение мертвых, а не, ничего того не есть. Умер кто, тот и умер, и потом место, и был. Так что в руководстве Православной Церкви, Россия русская, оказывается человек, ну насколько мы можем судить, не верящий ни в загробную жизнь, ни в Бога, ни в кого. Так что. Хотя церковь и обрела определенное влияние и глубину в период монголо-татарского ига, мы все-таки должны понимать, что она была еще чрезвычайно слаба, что не было богословия, не было школы, не было навыка, не было умения противостоять ереси, не было глубокого осмысления веры. И вот такой вот ветер учения оказался чрезвычайно влиятельным для православной церкви. Как же боролись с этой ересью? Но ну, прежде всего, наверное, нужно упоминать борцов, упомянуть борцов с ересью, уже я говорил об Иосифе Володском. Епископе, который был один из лидеров борьбы против ереси, а второй борец против этой ереси Геннадий Новгородский. Собственно, с Геннадием Новгородского сама борьба и началась. Вообще, любопытно само начало борьбы. Оно как-то так очень по-русски все началось в Новгороде. Два священника, напившись пьяными, пришли в церковь и начали крушить топорами иконы их схватили, допросили, и выяснилось, что они противники икон не просто по пьяни, а по идейным соображениям, и они как раз были первыми явно выявленными людьми, принадлежащими к этой ереси. Дальнейшее расследование, предпринятое епископом новгородским Геннадием, как раз показало ужасающее распространение этой ереси не только в Новгороде, но и в Москве. И вот Геннадий, потом Осип начали борьбу с этой ереси, причем бороться предполагали радикальными средствами. Тот же Геннадий писал, «Еретикам подобает двойная казнь и проклятие. Собор же надо учинить для того, чтобы казнить еретиков, жечь и вешать, вон как король Гешпанский свою очистил землю». Иретикам ретикам изверстие а, дать 200 ран ремнем, языки изверзивать. Так что Геннадий решил серьезно приступить к этому делу, выкалывать глаза, вырезать языки, а, вешать, жечь и вообще воспользоваться опытом испанской инквизиции. Она его чрезвычайно вдохновляла. Собственно, Иосиф Волоцкий тоже был не слишком мирным в этом отношении человеком. Он писал, цари же, князья и судьи мирские должны отправлять еретиков в заточение и предавать лютым казням. Те, кто узнают о еретиках и не сообщат об этом, подлежат смертной казни, хотя бы сами были православными. Но первоначально несмотря на такой суровый настрой против еретиков, несмотря на желание там, казнить, вешать и так далее, когда в 1490 году был собран собор, из-за большого влияния еретиков в высшем свете, из-за приверженности этой ереси среди ну, достаточно ключевых людей, Собор достаточно мягкое решение принял, хотя и с осуждением Ереси, но первоначально на Соборе не было поддержаны репрессивные меры. Более того, некоторые весьма авторитетные в православной среде люди, в том числе Нил Сорский, о котором мы потом будем отдельно специально говорить, были противниками казни ретиков. И поэтому первоначальные меры были достаточно мягкими, но в 1504 году был собран еще один собор, и к тому времени уже влияние борцов с ересью возросло, к тому времени, кстати, и Нила уже не... Нил Сорский уже ну, в каком-то смысле отошел от дел. И вот собор 1504 года, он принял решение о репрессиях, и действительно начались казни, сжигание, повешения, четвертования и все прочие очень неприятные действия, в результате которых с ересью жердовствующих удалось справиться. Но что опять-таки любопытно, когда речь идет о борьбе с жидовствующими, практически нет полемики богословской, хотя Иосиф Оловский написал книгу «Просветитель», где пытался как-то богословски обосновать правильное учение, но большая часть усилий того времени направлена просто на физическое искоренение ереси, во-первых. Во-вторых, если речь и заходит об аргументации, то практически вся аргументация того времени, что ересь жидовствующих — это новшество. У отцов так не было, до нас так не делали, раз это новшество — это плохо. Поэтому осмысление веры в то время, это осмысление веры не, может быть не на основании глубокого понимания веры как таковой, а осмысление веры просто как традиции, присущей э, обществу, традиции, присущей ну, прежде всего церкви, традиции, принятые от греков, традиции сохраненной и традиции, которая так и должна оставаться безо всяких изменений поэтому, что бы там ни было со стрегольниками и с жидовствующими, но само их появление и сама борьба против них, прежде всего, с помощью физического истребления, а не убеждения, она иллюстрирует, что Русской Православной Церкви еще предстояло проделать очень и очень непростой путь до глубокого и ясного понимания того, что же, собственно, такое христианская церковь и что же такое христианская вера. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.